Приветствую, друзья, с вами канал Про Такси. Это коротенький ролик, он специально для хейтеров, даже не для друзей. Что-то больно много хейтеров возникло в комментариях под предыдущим роликом. Из зависти, что ли? Говорят, да ты вообще не таксист, да все блогеры не таксисты. Знаете что? Каждый, кто так говорит, может приехать в Тверь и посмотреть, как работаю я. Я работаю каждый день, блядь, я работаю достаточно много. Часов так 8 минимум. А в выходные я катаю практически всю ночь, по 12 часов. И мне говорят, что да ты, блин, вообще зажрался. Мы катаем, мы настоящие таксисты, катаем по 12, по 16 часов каждый день. Особенно порадовал пенсионеру, у которого пенсия 100 тысяч, и он катает по 12-16 часов каждый день. Да ты прикалываешься, что ли? Если у тебя пенсия 100 тысяч, нахрена ты катаешь по 16 часов каждый день? Да ты самоубийца. Мало того, я же говорю, та работа, которую сейчас на сезон, да, на подработку предлагает компания именно Яндекс, не Яндекс.Такси, а именно проект «Зеркала», она стоит 30, местами 35 рублей километр. И я никого не везу. Я сейчас покажу, что я везу. Смотрите. Вот что я везу. Один мобильный телефон, второй мобильный телефон. Все это подключено в прикуриватель. Вот и все мое оборудование. Вот ровно это я вожу. И вожу, причем, в комфортных мне условиях, с комфортным мне темпом, понимаете? Вот, и нужен был всего лишь один человек. Я не рекламирую это все, потому что вся эта работа разобрана еще до того, как начинается сезон. И нужен был всего лишь один человек в городе Брянске. И желающих достаточно нашлось благодаря ролику. Они все написали мне на почту, я им дал контакты людей, у которых есть договор с Яндексом, которые, собственно, меня тоже подтянули к этой работе. И в Брянске теперь желающий уже есть. И как только Брянск будет запускаться, это будет вот-вот, то он будет катать также по 30 рублей километр. Сколько тариф Яндекса у вас в городе, граждане хейтеры? 8 рублей километр? Да? 9? Ну, может быть, 12? Ну хорошо, пускай он даже будет 15 рублей километр, но вы везете 4 потных тела на дачу. Летом ездят в основном на дачи и деревни. 4 потных тела за 15 рублей километр, из которых с вас еще возьмут комиссию. А здесь 30-35 рублей, с которых не берут комиссию. Такие дела. Все, удачи.